Привет! Погнали ремонтировать дворники, а точнее их трапецию. Оба рычага надо бы открутить. Желательно ничего не сломать. Хотя о чем это я? Жабо уже жизнь нехило помотала. Помощь трещотка и головка на 10. Ковырк? Чё-то получилось, удивительно. Маленькую трудяшку надо высвободить. Не, ну а чё, не покупать же новый. Тем более я его помыла. Ну и закидываем моторчик в его новые владения. Волшебство не произошло, поэтому придется прикручивать. Втулочки 29 лет ходили, значит, и еще походят. Потому-то я лох, я думала, в новой трапеции они есть. Собираем лапки-махалки и ставим всю на место. Да-да, это ее домик. Болтикам, наверное, тоже 29 лет. Только тссс. Никому не рассказывай. Подключаем пару фишек, и можно любоваться этим прекрасным танцем. Да, блин, еще не все. Тут еще резиночки какие-то, жабо какое-то непонятно. Или может все-таки новое купить? А что, так можно, да? Усё, возвращаем моталки стеклоочистителя. Верните этой девочке трещотку. А ну, спасибо, спасибо. Ну и вы только посмотрите на этот божественный результат. Я счастлива.